This is an automated recording sent from K23, the Crown Station. Everyone will be provided a safe transit as soon as possible. Мы все делаем то, что должны, чтобы выжить, просто чтобы существовать. Когда наше общество начало разрушаться, я был готов. Мое подземное убежище было заполнено едой и припасами, но это было много лет назад, сейчас ничего не осталось. Я не знаю, что ждет меня на поверхности, но я не могу оставаться здесь. Я знаю только, что на востоке должна быть точка эвакуации. Мне нужно туда попасть. Мне нужно покинуть этот жалкий остров. Всех приветствую, всем приятного просмотра. И давайте покидать этот остров. Так, насколько я помню, в этой игрушке у нас не только, по-моему, прокачка персонажа, а еще и... Будем прокачивать наш лом, наш рюкзак и вроде бы наше убежище. Хотя в этом я, если честно, то не уверен, можно ли здесь строить базу. Так, ну все, теперь он мой, хорошо, отдохнуть. Так, модернизация снаряжения, инвентарь. Так, вот давай инвентарь посмотрим. Так, питомец, ага, ну даже питомец будет, инструмент. Спецпредмет, хорошо. Квесты, коллекция, инвентарь. Так, а ну... Да, вот мы можем с вами лом улучшить, но мне нужны куски дерева и металлолом. Так что давайте поищем. Металлолом и дерево, да. Потому что есть здесь вот такие бочки и... То есть до 12 уровня, да, нужно увеличить будет. Так, что здесь... Нажмите, чтобы наносить удары и уничтожить объекты. Хорошо. Давайте сейчас мы с вами поуничтожаем. Найдем металл. Наверное, прокачаем сразу себе ломик. И пойдем посмотрим, что у нас там впереди. Да, у нас здесь рядышком с нами будут ходить зомбаки. Так что нужно быть осторожным и аккуратным. Так. Хорошо. Если я не ошибаюсь, то мне нужно сначала ломик прокачать. Давай. Прокачивать. Не то. Вот ломик. Да, отлично. А ну давайте посмотрим. Смогу ли я бочку лупить? Да, могу. Только я не знаю, почему перед этим писалось. Нужен 12 уровень. Либо то просто второй был так. Так, хорошо, стол можно. Бочки. Сразу будем все собирать. На крайняк, если что, положим потом в сундучок это все. Так, давай смотри, что у нас тут в доме есть. Есть, хорошо. И внутри, то есть не внутри, а снаружи. Если сейчас мы выйдем, то снаружи там должны будут ходить зомби. Не помню, можно ли будет к ним подкрадываться, но если на C присесть, Ctrl. Не, вроде нельзя, да? Так, что по поводу дивана не могу. Тоже не могу. Велик. Так, хорошо. Пойдем посмотрим по поводу рюкзака, что для него нужно. Так, рюкзак, ага, ткань нужна и растительное волокно 10, хорошо. Сейчас мы соберем с вами. Так, растительное волокно, вот туда, по-моему. Так, давай еще. Все, по идее, должно нам будет хватить. Выходить на улицу пока если мы не будем. Так, что здесь у нас? Please keep calm and wait for the maintenance. This is an automated recording sent from K23, the Crown Station. Мы нашли с вами какой-то рецепт. Отлично. Открыть дверку. Так, ты кто? И если тут нет, тут ничего нет. Так, а ну дай открою. Читать. Удерживайте, чтобы управлять камерой. Ага.
На колесике мышки мы можем камеру управлять. Хорошо. Искать. Вот. Тряпочка. Отлично. Давай еще посмотрим, есть ли тут что-нибудь еще интересное. Нет, нету. Шкаф могу сломать? Нет, к сожалению, не могу. Хорошо. Давай тогда открываем дверку. Пойдем посмотрим, смогу ли я открыть второй уровень. К сожалению, не могу. А у нас появился какой-то рецепт. Инвентарь, инвентарь. У нас появился какой-то рецепт. И что мне нужно для него на кухне? Нашел. Ладно, побежали. Так, выходим на уличку. И вот тут, вот видите? То ли зомбаки, то ли непонятные. Так, бывший человек мусорщик. Этот бывший человек использует различные виды атак ближнего боя для поражения своей цели. Хорошо. Есть, отлично. Шикарно. Тряпочку мы с вами забрали. Так, убит монстр. Угу, читать. Западные ворота, восточные ворота. Давай, наверное, будем сейчас с вами исследовать все. Не нужно идти на восток. Но сначала стоит немного разведать обстановку. Да, согласен. Так, что у нас тут в помоечке? Ага, еще одна ткань. А как посмотреть, сколько у меня в инвентаре ткани? На таб я вроде не могу нажать. Может, М? Ага, вот как я могу, да? Инвентарь, инвентарь. А сумки нету. Ну, то есть нету конкретно сумочки, чтобы я мог посмотреть. Угу, отлично. Так, а ну, дай. Не. Тоже так не могу, ладно. Вроде бы, если я не ошибаюсь, когда мы подходим к костру, то... Ага, ты заново, да, здесь появился. То вроде все вещи складываются в ящик. Все. Идем назад. Вот смотри, когда я подхожу к костру. Сложить материалы. Да, все материалы сложиваются. Ага, отличненько. Модернизация. Во, давай рюкзак увеличим. Есть. Отлично. Идемте дальше. Так, ищите точку эвакуации к востоку от вашего убежища. Да, мы это сделаем, но нужно сначала осмотреться. Ага. Здорово. Здорово, здорово. Нужно сначала осмотреться. Что у нас тут есть в домах? Так, а дай пройти. Помоечки могу что-то найти еще? Нет, не могу. Welcome. Так, о, монстр. Здорово. Как ты? Нормально, да? Ага, еще один. Еще один монстр. Так. Ладно, чтобы он нас не зацепил своими культяпками. Потому что будет неприятно. Так, забрать. Давай осмотримся. Что здесь искать? Ага, мы нашли помидорку, да, по-моему? Да, там мат нашли. По поводу голода не уверен, есть ли здесь голод. И либо эта еда восстанавливает просто нам здоровье. Нужно будет потом проверить. Давайте мы это тоже все пособираем. Все, что плохо лежит, правильно? Так, металл, металл, хорошо. Листья. Готовить. Так, найдите рецепт, чтобы создать котелок. Ага. А где мне его искать? Кто мне скажет этот котелок? Так, что у нас здесь с вами есть? Могу разбить унитаз? Нет, к сожалению, не могу. Тогда пошлите. Пошлите в комнату. Искать. И тряпочка, да? Окей. Ну, тряпочка-то у нас есть. Мы с вами тарион зачок наш прокачали. Так, дай мне. Вот, хорошо. Ага, заполнено. Понял, то есть вот это вот весь наш инвентарь, который у нас есть. Хорошо, тогда бегим, значит, с вами. Блин, я даже не знаю.
Служим, да, наверное. Я не уверен, что у нас есть материалы, чтобы еще улучшить наш рюкзак. Во. Побежали. Будем исследовать следующие дома. Ты что-то не появился? Нет, не появился. Это мы когда подходим с вами к костру, то да? Эти зомби заново появляются. Так, читать памятники. Ага. Хорошо. Что нужно? Новые отмычка, да? А у нас отмычки, к сожалению, нету. Хорошо, будем искать. Давай смотреть, что это. Крутить. Могу разрушить? Да, могу. Ну, дерево, да? Наверное, даст мне. Угу. Здесь у нас металл. А, пластик. Тряпки, тряпки. Давайте тут пособираем весь хлам. Побегаем. Посмотрим, что еще здесь есть. Дерево нам нужно, я думаю, да. Может даже получится сейчас и ломик нам с вами улучшить. И плюс сумку. Так, кто тут? О, здорово. Отлично. По идее для... Ёб твою. Все. Тихонечко. Не-не, ты своими культяпами тут не махай. По-моему, для ломика у нас есть с вами необходимые материалы, но тоже, если я сейчас зайду в этот костер, они заново все появятся, эти зомбаки. Так что лучше... Лучше не заходить. Давайте просто сложим это все в ящик и пойдем дальше. Так, хорошо, отлично. Так, идти на восток. На восток мы пойдем. Что у нас здесь? Ага, еще один зомбак. Так, здорово. Как ты? Ага, да-да-да-да-да, по-любому. По-любому, по-любому. Нет, не, ну все, отстань. Есть, отлично. Давай посмотрим, что здесь. Так, удерживайте нажатой, чтобы нанести силовую атаку, когда цель приближается, чтобы переключать. Хорошо. Идем дальше. А что это тут за дверка у нас такая? И как мне тебя открыть? Здорово, ребят. А как вы сюда попали? И как мне к вам пробраться? Я смотрю, никак, да? Угу, явно никак. Я сюда не проберусь. Ладно, тогда пойдем направо. Так, что тут в багажнике? Можно что-то найти? Либо нет, искать. Ага, металл. Шикарно. Пошли вправо. Тут, по идее, тоже должны быть дома. Тихо. Что за звук? Ага, зомбак. Так, новое задание. Быстрый баскетбол. Требования не соблюдены. Достичь 5 уровня. Возвращайтесь, когда требования будут... Угу, а 5 уровня... Чего? Я так понимаю, это где у нас звездочка, да? Сверху. Тогда у нас будет 5 уровень. Хорошо. Давай тогда дальше разбираться с зомбаками. Где они здесь были? Ага. Так, отходим потихонечку. Ну все, ребят, прекращайте. Давай, давай лучше дружить, давай. Они мне напоминают этих из Last of Us, по-моему, да? Которые были спорами заряженные. Так, давай металл собирать.
Металл, тряпочка, отлично. Как раз прокачаем сейчас с вами рюкзак. Так, здорово. А как мне к тебе зайти? Это такое? Как мне изучить? Ага, внутри, да, наверное. Давай, тогда подходим. Делаем вот так вот. Есть. Да, уровень повышен. Хорошо. Убивая зомбаков, мы с вами повесили уровень. Вернитесь к костру, изучите новый чертеж, который поможет в вашем путешествии. Хорошо. Ага, у нас есть метательные ножи. Отлично. Ой, котелок у нас с вами есть. Шикарно. Так, я сюда могу пройти? Нет, не могу, да? Но зато, наверное, мы сможем пластик получить, да. Давай, наверное, сейчас мы зайдем в дом, потом сбегаем к костру. Посмотрим. По поводу котелка. Еще он для нас будет готовить. Так, как сюда зайти? Где тут дом? Здорово. Дом достала библиотека. Не в курсе, да? Ну и ладушки. Давай осмотримся. Угу, металл. Так, у нас здесь радио, да? Помидорка. Помидорка не влазит у нас. Помидорка, к сожалению, не влазит. А я могу что-то выкинуть, типа дерево? Выбросить. Отлично. Нет. Хочу выбросить. И забрать помидорку. Вот, шикарно. Все, побежали. Побежали назад, побежали к костру. Сейчас сделаем с вами котелок. Сделаем с вами нож метательный. И отправимся дальше. Хотя, как только я сейчас подойду к костру, то и зомбаки возродятся заново. Так. Давай, давай смотреть. Так, новый уровень получен. Хорошо. Окей. Чертежи. Давай смотреть. Угу. Бля, сколько много. Что я могу сделать? Так, метательный нож. Базовая отмычка, котелок. Давай, наверное, метательный нож, да? Угу, пластмассы 10. Котелок, керамика 5. То есть мне нужна пластмасса и керамика. Нужно будет сейчас с вами побегать еще. Хорошо. По поводу модернизации, рюкзак. Нет, не могу. Куски дерева тоже не могу, да? Хорошо. Пластмасса, пластмасса и керамика. Пошлите искать. Пошлите искать, потому что без нее мы ничего сделать не сможем. Угу, здорово. Как ты? Все хорошо, да? Чисто на чиле. Умничка. Идемте исследуем тот дом еще раз. Может, там керамику сможем найти. Здесь, по-моему, еще, да, должна будет, да. Вот, здорово. Все, хватит махать своими культяпками. Так, хорошо. Забираем металл. Дерево нам тоже нужно. Для ломика. Хотя я не знаю, зачем нам дерево для ломика, но пусть будет. Так, отлично, отлично, отлично. Побежали. Вот вижу керамику на столе. Ага. Здорово. Отстань, пожалуйста. Все, хорошо. Давай заберем керамику, заберем керамику. Где-то тут еще должна быть керамика. Не, погоди. Вот тарелки должны быть. Правильно? Да. А радио? Радио сломать я не могу. Ну и ладушки. Так. Давай разламывать. Разламывать, открывать. О, здорово.
Что-то не ожидал, да? Не ожидал ломиком по башке получить, да? Я сам в шоке. Хорошо, керамика у нас уже не влазит. Значит, что? Значит, дерево выбросить. А керамику забираем. Еще мне нужен пластик, да, по-моему, если не ошибаюсь. Если не ошибаюсь, мне нужен еще пластик. А где я могу пластик найти? Вот, вот тут могу пластик найти. Ну, ёпта. А повернись, пожалуйста. Вот, молодец. Все, отлично. А это у нас что такое? Это у нас какая-то вышка. Удерживайте, чтобы активировать. Я так понимаю, мы с вами что-то открыли. Ага, мы карту открыли, ля. А я могу приблизить? Так, найдены башни, хорошо. Продолжить. Так, открыть восточные ворота, открыть западные ворота, открыть восточные ворота. Угу. Я могу открыть западные ворота. Я понял, нет, не туда нажал. Открыть западные ворота. А западные ворота у нас тут открываются. А... Так, сейчас, погоди, дай посмотреть. По поводу ворот, открыты ли они? Надо, да, надо ломик прокачивать, чтобы быстрее его вырубать. Открылись ли тут ворота? Здесь, да, по идее, должны быть ворота или нет? Так, это мы заберем. Здесь мы обыщем. Сейчас, погоди. Давай сбегаем назад. Прокачаемся. Все, все, отстань. Отстань, отстань. Идем прокачаемся. А дальше уже отправимся и посмотрим. Может, слева у нас ворота тоже открыты? Бум. Угу, металл уже не влазит. Хорошо. Зато у нас много керамики. Много керамики. Так, вот эти вот ворота открыты, либо нет? Не понял. А, нам дальше чуть-чуть. Вот сюда и... Сейчас посмотрим, да, здесь открыто или нет. Нет, закрыто. А почему закрыто? Или нужно сначала сходить к востоку, а потом уже... Потом уже в другую сторону. Все. Отдыхай. Мне тоже не хотелось бы отсюда пока месяц уходить, так как мы не все с вами смотрели. Так, как думаете? Так, костер восстанавливает ваше здоровье. Хорошо, как думаете, нужно идти сюда в ломик, куски дерева, либо сначала в чертежи? Так, пластмасса 9 из 10, все равно не хватает, котелок. Ага. Есть, отлично, хорошо. Угу. Монстр на этой территории возвращается каждый раз, когда вы отдыхаете у костра. Должен быть способ предотвратить это. Так, сделайте набор для башни. Установите смертельную передачу на башне. Принять, хорошо. Нужно будет с вами что-то сделать. Так, набор... Для связи. Новое изобретение, инструмент. Так, готовка. Приготовление пищи. Помидорку. Приготовить. Не. Не могу. Угу. Книга рецептов. А у нас с вами, к сожалению, еще нету. Хорошо. Что мне еще нужно? По-моему, мне нужен пластик, да? Керамика, металл, мне все нужно будет. Так, забрать. По поводу метательных ножей. Давай посмотрим. По идее, должно хватить. Так, смотрим. Чертежи, метательный нож. Да, отлично.
Хорошо, бросить нож, это отлично. Знаете, что я хочу? Что это такое, набор инструментов? Окей. Он нам пока мест не нужен. Ломик. Так, металлолом и древесина. Но у нас это все рядышком. Растительное волокно, куски дерева, хорошо. Давайте прокачивать лом. Сейчас древесину добудем с вами. Добудем с вами древесину и металлолом. Так, не то. Металлолом, хорошо. Здорово. Отлично. Металлолом. А где-то у нас он тут был, да, по-моему, если я ошибаюсь? Да, вот сзади вижу металлолома. Куча. Ах ты, падла! Все-таки достал меня, да? Ничего, сейчас сходим к костру. И немножечко ХП себе восстановим. Так, здорово. Все, отлично. Так, давай ты тут посидишь, хорошо? Ты ж не обидишься, если мы с тобой не будем взаимодействовать, надеюсь. Все, этого должно хватить. Сейчас соберем листьев. Собрать. Заберем вот этот вот столик. Бегаем назад, улучшим наш рюкзак. И как раз ходим к востоку, посмотрим, что у нас там есть. Что такое? Угу, что-то с вами разрушили. Хорошо, побежали назад. Все, отстань, пожалуйста. Не. Я с тобой не дружу. Так, назад, домой. Блин, интересно, можно ли тут строить себе базу? Если да, было бы прикольно. Давай, заходим. И смотрим. Костерок замечательно восстановит здоровье. Хорошо. Вот, ломик могу улучшить. Шикарно. Все, пошли направо. Теперь побежали. Прямо по дороге. Пластик я буду собирать, в любом случае пригодится, правильно? Бульк. Ткань мне тоже нужна. Здесь у нас что? Давай сначала обучим. Шикарно. Ага, сложить. Костер зажечь. Давай зажжем. Есть. Здесь мы собираем. Блин, неужели там собака сейчас будет? Было бы прикольно. Так, искать. Жизнь в этом мире может быть одинокой. Возможно, есть способ найти верных и полезных собак. Бачих и кошачьих компаньонов. Исследуйте. Хорошо, исследуем. Одна из четырех. Блин, у нас собака появится, серьезно? Интересно, нужно ли будет ее кормить? Давай посмотрим, есть ли здесь еще будка собачья. Так, сейчас, секунду. Таип, повернись, пожалуйста. Вот, молодец. Умничка. Собачья будка. Нет, к сожалению, нету, да? Хорошо. Нужно будет по окрестности потом побегать. Поискать. Так, открыть, исследовать. Тряпочка. Здесь что у нас? Металл. Можно даже хватит с вами на этот, как его? На рюкзак, как думаете? Кто ты, бедолага? Ага. Хорошо. Так, томатный суп, ребят. Мы с вами нашли томатный суп. Ага, приготовить его мы не можем, потому что нету помидорок. К сожалению, нету помидорок. О, есть помидорки. Давай готовить. Так, приготовить. Так, вкусный суп из мякоти.
Ага, это здоровье восстанавливает. Так, отлично. Иди в наш вкусный суп из мякоти. А как посмотреть, где наш суп? Непонятно. Камесь непонятно. А где наш суп? Я таки извиняюсь. Честно, без понятия. Где наш суп делся? Так, что я хочу? Я хочу взять, во-первых, керамику. Вот так вот. Собираем. Вот здесь тоже собираем. Пригодится. Сейчас подойдем к костру. Открыть, осмотреть. Шкафчик. Ну там, по идее, ткань, да, должна быть. А не, пластик. Угу, у нас места нету. Хорошо. Давай сходим, значит, вот сюда. Сложим все. Забрать и забрать. А, мы же все забрали, надеюсь. Так, давай смотреть, сможем ли мы с тобой сейчас улучшить, улучшить рюкзачок. Не могу, потому что 20 дерева надо, да? 7 из 20, хорошо. Давай смотреть. Шкаф могу сломать? Да, могу. Почему бы и не сломать, правильно? Так, здорово. Что ты тут? Что ты тут, братиш, нормально себя чувствуешь? Просто, я думаю, нету смысла дальше отправляться. Пока мы хотя бы чуть-чуть с вами не прокачаемся, правильно? Так, дерево, дерево. Где еще дерево? Я ж могу забор ломать? Да, могу. Давай сломаем. Так, есть металл. Да, пусть металл у нас тоже будет. Дерево заберем. Ага, вот тут еще есть дерево. Давай смотрим. Так, эту я уже обыскивал. Хорошо. Блин, будет прикольно, когда у нас с вами будет собака. Главное, что мне нужно было ей готовить еду. Потому что будет неприкольно. Так, все, отлично. Давай дособираем. Новое изобретение, бейсболка. Новое изобретение, мешок крови. Ага. Этим мы сейчас тоже займемся. Сейчас мы займемся, посмотрим. Так, давай, наверное, листик мы с тобой выкинем. Нам пока мест не нужен. И иди сюда. Так, хорошо, новый уровень, навык. Так, воришка, слоты для материалов плюс один, запасливый. Опыт, складированные материалы, собиратель, начни собирать грибы, птичьи яйца и другие полезные ресурсы, которые можно найти в дикой природе. Как думаешь, будем собирать грибы? Или слот для материалов плюс один лучше? Это я не знаю. Давай, наверное, собиратель, да, пойдем. Чертежи. Давай смотреть. Так, чертежи, чертежи. Что у нас здесь добавилось? Кепка добавилась. Нет, это нам пока мест не надо. Что здесь еще? Требуется опыт 7. Требуется опыт. Ага. Мешок крови. Свежий запас крови для поддерживания стабильного уровня гемоглобина. Максимальное здоровье плюс 5. Не, наверное, пока мы это тоже делать не будем. Снаряжение, рюкзак, кусок дерева. Один кусочек дерева не хватает. Ладно. Вот таким вот образом. И улучшаемся. Так, дай сюда. Кусок дерева, серьезно? Все равно не хватает, ладно. Я просто не знаю, как насчет супа вот этого вот кушать. И что он дает. Все, хватит нам дерева. Да, наконец-то. Есть, умнички. Пошлите дальше. Все, теперь можно отправляться в эту сторону.
Так, не, пока мы с тобой взаимодействовать не будем. Так, открыть восточные ворота, да? Во, открываем. Ворота запечатаны пока не будут. Ага, устранены ближайшие угрозы. Я так понял, мне нужно сначала их всех уничтожить, да? Отлично, 56. Искать, тряпочка. А ближайшая угроза это кто? Здорово. Как оно? Блин, какой же неудобный ломик. Блин, у меня ж метатель ножей с вами есть, ребят, помните? Надо будет исследовать. Ага. Надо будет попробовать метательный нож что-то использовать. Так, а где тут угроза? Как думаете? Ага, вот угроза. Ложный привратник. И что мне с тобой делать? Так, я не могу попасть сюда. Здорово. Ага. Прекращай. Ну некрасиво ж на людях вот это вот делать. Епта, у меня метательный нож сколько? Один из трех? Ага, и больше ножей у меня нету, да? Нужно будет создавать, я так понимаю. Так понимаю, нужно будет создавать ножи потом. Все, отойти. Есть. Хорошо, и еще один разочек, да? Ё-моё, ну прекращай ты. Всё? Ты обиделся? Падла. А это что такое? Что выпало? Угу, ворота открыты, да? Правильно понимаем? Так, это что такое? Сфера голубого глаза. Прикольненько. Так. Давай мы с тобой сейчас обыщем это все. Посмотрим, что здесь есть, чего тут нету. Готовить? Нет, пока я не могу готовить, к сожалению. Здесь осмотреться. Но зомбаков мы в любом случае будем сейчас с вами убивать. Нам просто опыт нужен, сами понимаете. Хорошо. Ага, можем костер зажечь. Блин, но я не хочу зажигать костер. Потому что... сейчас они опять здесь появятся. А мне бы этого не хотелось. Так, здесь вроде ничего нету. Давай сбегаем... как отсюда выйти? Сбегаем, посмотрим, смогу ли я сейчас открыть. Эта штука ломается? Нет, не ломается. Здесь нужна отмычка. Отмычки у меня, к сожалению, нет. Мне нужен уровень какой-то 7-й, либо какой, я не помню. Давай сейчас смотреть. Так, передатчики. Что нужно? Изобретите набор инструментов для башни связи, чтобы разблокировать эту опцию. Передатчики оказывают различные влияния на местность. Ага, то есть мы сможем с вами сделать так, чтобы они здесь больше не появлялись, когда мы зачистим, правильно? А мне нужно, значит, будет сейчас подойти к костру. Подойти к костру. Во-первых, восстановить здоровье. Но, во-вторых, посмотреть, могу ли я шуруповерт это сделать. Так, иди сюда. Щикарном. Чертежи. Где наш шуруповерт? Где-то он здесь, да, был, по-моему? Угу. Текущий уровень у меня 3, мне нужен 7. А как мне метательные ножи?
Как мне метательные ножи восстановить? Почти у меня всего лишь аж 3 штуки было. А, каждый раз, когда я подхожу к костру, у нас появляются метательные ножи, правильно я понимаю? Ага, ищите точку эвакуации от вашего убежища. Ладно, побежали. В эту сторону, наверное. Как раз посмотрим, что нас тут ждет. Во! Отлично. Но в любом случае нужно будет вернуться назад, когда у нас будет 7 уровень, чтобы, во-первых, отмычкой подкрывать там двери, которые были закрыты. И во-вторых, установить шуруповерт там, чтобы они не возрождались постоянно. Так, олени есть. Не знаю, можно будет на них этот охотиться, либо нельзя. Слышь, а ты далеко вообще собрался бежать? Либо недалеко, потому что мне возвращаться нужно будет еще как-то назад. Да, музыку выключил, потому что здесь музыка с авторскими правами, и не хотелось бы, чтобы лишний раз прилетало это все. Так, шикарно, мы с вами на новом месте, да? Точка эвакуации, ага. Хорошо. Давайте сейчас подойдем к костру. Зажжем. Шикарно. И я думаю, знаете что, в следующей серии с вами уже продолжим исследовать наш этот остров, смотреть, что здесь вообще происходит и куда нам нужно двигаться дальше. Так что все, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока и до потом следующей серии, с этого момента как раз и начнем. Всем, всем мур-мур.